Арестованный нардеп Игорь Марков, которого держат ВВС Киева, нуждается в медицинской помощи, но следствие не дает ему возможности ее получить. По словам адвоката Александра Казарновского, в камере у Игоря Маркова разрушились два зуба. Это повлекло за собой воспаление, которое сейчас распространилось на лимфатическую систему. Однако, несмотря на требования Маркова оказать ему медицинскую помощь, руководство МВД игнорирует ситуацию. В изоляторе временного содержания нет медсанчасти, так что в учреждении нет возможности оказывать заключенным медицинскую помощь. Особенно стоматологическую. Игорь Марков написал заявление с просьбой обеспечить ему лечение на имя начальника изолятора временного содержания, однако тот ответил, что эти вопросы решает следователь. Заявление на имя следователя также было написано, причем еще в минувший вторник, 19 ноября, однако никакой реакции на него не последовало. По мнению Александра Казарновского, следствие использует состояние здоровья Маркова как еще один способ давления на него.